Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 78-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я вам хочу показать виджет Preloader. Если вы не знаете, что такое Preloader, это предзагрузка. Например, у вас сайт получился большим, много графики, сайт тяжелый. И чтобы человек не ждал, пока загрузится весь сайт, ему показывается некая такая подгрузка. Это может быть какая-то анимационная картинка. Или могут, например, бежать какие-то цифры. То есть занять это время, показать человеку, что сайт грузится, что сейчас он подгрузится. То есть как бы задержать человека. Но все равно, несмотря на это, говорят, что Preloader, наоборот, снижает конверсию. То есть человек, наоборот, может уйти. Так что здесь уже смотреть вам, нужен вам Preloader на сайт или нет. То есть он появляется только в начале сайта. Смотрите, я сейчас обновляю страницу, и прямо на секунду видно, что в середине появляются такие шестереночки, да? Из-за того, что сайт очень маленький, тут почти ничего нет, он очень легкий, поэтому Preloader практически не видно, да? Что касается самого Preloader, то есть в данном примере я использую вот такие вот шестереночки. Это просто изображение с расширением GIF, то есть поддерживающее анимацию. Тут просто зациклена анимация шестеренок. Если вам понравился именно вот этот вот Preloader, также вместе с виджетом вы его сможете скачать на моем сайте, ссылочка под видео. А виджет позволяет загрузить свой какой-то уникальный Preloader. Вы можете, если у вас, конечно, есть навыки, на фотошопе создать уникальный свой GIF Preloader, например, соответствующий дизайну вашего лендинга, да? Ну или же скачать в интернете их великое множество. Итак, давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как устроен данный виджет. Итак, из библиотеки я перетаскиваю виджет куда-нибудь в рабочую область. Раскрываем настройки, и у нас тут есть только ссылка «Добавить файл» и «Цвет фона». Добавить файл, соответственно, вы добавляете свою картинку Preloader, то есть GIF анимации, которую я вам показывал, да? И цвет фона можно выбрать, то есть вначале немножко такой белый цвет, как бы заливка браузера. Потом показывается сам рисунок Preloader, да, и подгружается сайт. Я не советую вам менять вот этот белый цвет, потому что людям привычней видеть этот цвет, потому что, как правило, у всех сайтов заливка браузера, она белого цвета, да. Не нужно как бы от этих стереотипов отходить. Как здесь что-то менять? Конечно же, можете под дизайн своего лендинга сделать, тут уже на ваше усмотрение. И я кликаю по кнопке «Добавить файл» и выбираю свою GIF-картиночку и нажимаю «Открыть». В принципе, вот они все настройки. Переходим, и теперь у нас всегда на этой странице будет Preloader. Соответственно, если сайт у вас небольшой, не тяжелый, я вам крайне не рекомендую ставить Preloader. В принципе, на этом я урок заканчиваю. Под этим видео ссылочка на мой сайт. На сайте скачайте виджет Preloader и GIF-картиночку. Все это будет в одном архиве. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет.
делаете лендинг-пейдж, делайте их круто.